Всем привет! Вы на канале Заряжай, обзор энергетиков и напитков. И сегодня мы вместе с тайным сомелье пробуем энергетик Монстр Зеленый. Или как написано на лицевой стороне бутылки, Monster Mind. Если вы пробовали этот энергетик, обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Оценка, которую мы поставим этому энергетику, будет добавлена в специальную онлайн-табличку с рейтингом энергетиков. Она доступна в описании к этому видео. Энергетик поставляется в бутылке объемом 500 мл и изготавливается в России. Энергетический напиток обогащен кофеином в размере 30 мг на 100 мл и таурином в размере 120 мг на 100 мл. Энергетик был куплен по скидке за 30 рублей 99 копеек. При полной цене 41 рубль 49 копеек. Цена в регионах может отличаться. Энергетик прозрачный, зеленого цвета. Оценка строится из первичной пробы и общего итогового послевкусия. Первичная проба явно говорит, что в энергетике присутствует ароматизатор яблока. Вкус довольно интенсивный и насыщенный. Посмотрим, что скажет тайный сомелье. Да, газировка как будто какая-то. На газировку типа, да, Буратино, может, какой-то отдаленный тархун даже. Просто более какой-то яблочный тархун. Но это я не совсем бы назвал это энергетиком даже. Скорее, просто как газировка идет. По вкусу прям вот, ну, газировка. Барбариску как будто конфетку скушал, вот дешевую какую-нибудь. И вот и у него именно вкус вот этой дешевой конфетки. Ну, то есть в нем содержится кофеин, таурин, это понятно, что в нем энергетические задатки, но по вкусу я бы не стал его, да, как энергетик бы брать. У меня опять небольшой как будто осадок на небе, как и после того, который мы в прошлый раз смотрели. Как бы слюни тяжело как будто глотать становится. Ну, 500 мл бутылка, стакан около 200. Я выпил его, и мне больше не хочется. То есть, ну, не очень нравится вкус. Такой, как обычной газировки. То есть, ну, просто реально попил, как газировку, и как бы, ну, так, все. Что думаешь по оценке? Ну да, даже, возможно, и четверка, надо подумать. То есть, как бы, ну, что у нас получается? Ну, они молодцы, что они 0,5 делают, не снижают. Ну, стоит он 30 рублей, мы, ну, по скидке взяли. Тоже хорошо, если по скидке, не по полной цене. В принципе, роль энергетика он играет, там, кофеин, таурин. Возможно, у них из другой линейки хорошие они будут, конечно. Но это пробовать надо. Ну, в смысле, другие вкусы. Вот этот прям так. Обсудив энергетик с тайным сомелье, мы решили поставить ему 4 балла. Если тебе понравилось видео, обязательно подписывайся на канал и ставь пальцы вверх. Всем пока! Шикака! Сладенький, как и вы, мои подписчики.